Ломаченко. С Линарисом должен получиться невероятный бой. Украинский боксер поделился ожиданиями от предстоящего боя. Чемпион мира в полулегком весе по версии в бою Василий Ломаченко, 10-1-8-ко, рассказал о предстоящем бое с обладателем пояса в Бахорхе Линарисом, 44-3-27-ко. С нетерпением жду боя. Должен получиться невероятный поединок. Болельщики со всего мира сожидают этого. Спасибо моей Топ-Рэнк за то, что они смогли сделать для меня этот бой. Спасибо, ESPN. С нетерпением жду 12 мая, ведь мне предстоит дебют на главной сцене Madison Square Garden, цитирует Ломаченко ESPN. Ранее сообщалось, что стали известны цены билетов на бой Ломаченко, Линарис. Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram. По материалам сайта newsgra.com.